Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Сегодня попытаемся добраться до 29 ранга. Так, с кого начнем? С картошки или же с нашего орешка в доспехах, а? Давай, наверное, с него начнем. Ой, сейчас будет очень, ребята, сложно. Очень сложно. Так, замех против нас 27 ранга. Ну что, давай смотреть. Так, это мне не нужно. Блин, ну вы серьезно? Ну давай хотя бы так оставим пока. Ход зомби. Так, он ничего не стал делать. Замех, что ты там задумал, а? Проказник ты такой. Вот так, да, значит, а если я вот так сделаю? Опа. Нежданчик, конечно. Два в лицо я все-таки получил. Так, у него наверняка есть. Ну, давай я вот так поставлю. И все. Так, хочу посмотреть, что он там делает. Шаманство. Ага, значит, одну карту мне, три себе. Обалденная справедливость, да? Прям вот нет слов. Так. Опачки. Вот он, значит, что замутил здесь, да? Но если я сделаю вот так и вот так. Кто у тебя там? Опа, пиратик у него, ты понял? У него пират. Что будем делать, друзья мои, с этим пиратом? Есть какие-нибудь догадки? У меня вообще пока ничего нету. Я даже не знаю, что лучше здесь предпринять. Поставить вот этот орех. Как вариант, можно было бы, да, в принципе? В принципе, можно было бы. Видишь, я не знаю, что он там влепит. Если, к примеру, сделаю вот так. И вот так. Надеюсь, не уничтожит он мне крахмал. А иначе будет плохо. Так, наносит 3 единицы урона. Предположим. И еще наносит 2, да? Понятно. Ну что же. Растранжирил он, да? Все свои карты практически. Угу. Мы, значит, с тобой сделаем следующим образом. Я поставлю вот так. И поставлю вот так. Ох ты, ох ты, ох ты. Проскок делает. Ну, это мы поменяем. Причем быстренько. Пузырь мы пока с тобой оставим. Этот ландшафт мы с тобой поменяем на тот, что нам нужен. Ой-ой-ой-ой-ой. Вылез-то, вылез. На. Доволен, надеюсь. Погнали. Так, что дальше? Угу. Двух пройдох поставил здесь, да? Ну, давай я сделаю вот так вот. И... Да, в принципе, больше пока ничего... А, нет, подожди, сделаем. Вот так.
Все зомби получают плюс один. Ну, допустим. Так. Замечательно у нас все получается пока. Тап-тарап, говоришь, да? О, как он сделал. Как бы нам тут с тобой переиграть, а? Не хотелось бы мне, конечно, потерять. Не хотелось бы. Давай, наверное, так вот сделаем с тобой, да? И вот так. Посмотрим. Посмотрим, что он тут предпримет. Угу, прокачивает зомби своего. На-ка. Замечательно. Ну что, у нас есть, в принципе, с тобой что поставить в противовес. С энергетиком, да? С энергетиком. Значит, так сделаем. Опа. И вот так. Давай смотреть. Ой, вирус, он думает, что... Он думает, что у него будет работать этот бонус. Нет. Этот бонус у вас работать не будет. Все, запрет, парень. Да-да. Все, он сдался. Ай, насмешил меня на самом деле. Ну что ж, прекрасно, друзья мои. Первая победа за нами. Как ты видишь, орех справился. Ну, а мы с тобой продолжаем. Давай еще тогда партийку. Будем играть до тех пор, пока он не проиграет. Как только проиграет, поставим с тобой картошку. Так, против нас играет бесячество. Действительно, бесявый чувак. Слушай, неплохо. Блин, да что ж ты. Что ж ты будешь делать? Так, есть орех, есть кукуруза. Пропускай ход. Наверное, сейчас вызовет, да? Двух охламонов. Нет, не стал вызывать. Интересно, почему? Газонокосилка у нас появилась. Кто же там у тебя, а? Не знаю. Будем смотреть. Ага. Вот кто у него. Вот кто у него здесь, оказывается, спрятан был. Угу. Ну что мы можем сделать здесь? Поставить ягоду, в принципе, да? Можем понизить атаку и здоровье кукурузой. Ну давай я сделаю вот так вот. Оу. Ну допустим. Кровожадность ставит. Вот даже как. Я понял. Так, ну что, избавляемся от одной швабры с помощью мины. Вот так вот. А здесь мы с тобой сделаем вот так. Ага, фокусник, да? Ну, понятное дело, сейчас нанесет урон в лицо. Или что, он не сразу разве делает? Нет, сразу. А, случайному... Подожди еще раз. Случайному растению, блин, если он мне наносит урон. Да, это плохо. Сейчас он мне наносит урон и случайному, да? Вон как. Вон как он делает, да? Придется от него избавляться. А как? Газонокосилкой? Через орех, я думаю, нет смысла, да?
О, даже как. Смотри, что он тут сделал. Три, три, шесть в лицо. Блин, так не хочется получить, а? А с другой стороны, хуже будет только дальше. Ну, можем, в принципе, с тобой. Видишь, если бы наносит две единицы урона. Он так уверен в себе. Он так в себе уверен, что у меня прям нету слов. Ладно, давай поставим с тобой защиту. Вот что, да, значит, у нас тут выпало. Орех, почему у тебя нету виноградинки, а? Она бы сейчас тут как раз хорошо зашла бы. Так, ну что? Сделаем вот так вот. И сделаем вот так. Погнали. Ну, курица, понятное дело, ускакала, как всегда. Так, у бесячества что есть? Он может вызвать... А, перемещает. Сюда под орех, что ли? А, даже вот так вот. И так еще сделает. О! Окей. Пока не будем с тобой применять этот фонтанчик. Нам ни к чему. Ага. Купидончик, да, у тебя, значит? Купидончик. Так, ребят. Он сюда ударил, да? Как бы тут лучше сделать-то? Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Плюс вот так. Да и хернемся. Вот так вот, погнали. Я не знаю, что у него там за заклинашки. Перемещать зомби плюс один. Куда ты его перемещаешь? Сюда, да? Понял. Не-не-не, только не бесят. Давай не бесят. Сохранил эту карту. Угу. Так, ну что, пошло дело вроде бы, да, потихоньку? Ну, если это можно назвать пошло дело потихоньку, ребята. Ну, давай бомбанем. И сделаем... Вот так. О, о, друзья мои. Огненное зёво, это плохо будет им сейчас. Очень плохо. Это будет им, знаешь, как плохо. Ты не представляешь. Так. Ага. Пираты, все дела, да? Ну хорошо, давай сделаем вот так вот. Что он скажет по этому поводу, а? На тебе. Ну, взрыв, да, будет бородатый пират здесь. Хм. Ну, если я, к примеру, сделаю вот так. А еще сделаю вот так.
Рикошет. Окей. Зуми, ну ты не пробьешь меня, да ты не старайся даже. На. Угу. Ладно. Сосиска прибыла. Давай так вот посмотрим. Угу. Вот сейчас вот вызовет двух бесят. Почему-то не стал вызывать. Все, ребят, победа. Вторая за нами. Радоваться еще пока рано, потому что нам нужно еще следующую победу с тобой сделать, чтобы получить две звезды. Так, ну что, орех пока держится, да? Будем бомбить тогда им. Восемнадцатый ранг против меня. И поставили заморозга. Даже немножко странно. Даже немножко странно. За заморозка, но надо уметь играть, ребят. И у меня лично не получается. Или у меня нет просто-напросто нормальных карт. Тут, конечно, супер имбовый удар есть, когда замораживает всех растений. Тут не поспоришь. Ладно, посмотрим, как он будет тут играть. Это у нас Хамбл. А, нет, Хамби. Ну. Так, пропустил он ход. Ну, давай посмотрим. Ничего не стал вызывать. Значит, тоже, да? Либо в руке пусто, либо одни заклинания. Других пока предположений нету. Но я-то потерплю. Так, теперь будем либо фонарь вызывать. Ну, давай. Начнем. Вот как он сделал. Он сюда ставит безумие. Ну, естественно, ребята, я это безумие буду сейчас перекрывать. Посмотрим только, кого он сейчас поставит. Я вот так вот сделаю. Рикошет. Рикошет фонаря. Окей. Рикошет фонаря он сделал мне. Ага. Пират. Так, подожди секунду. Подожди секунду. Блин, как бы тут сделать-то лучше? Я не знаю, кто у него там, но я не хочу, чтобы он добор делал карт, ребята. Короче, мы сделаем с тобой, знаешь как? Сюда я поставлю орех. А сюда поставлю мину. Хотя у него, наверное, там будет рикошет, скорее всего. И он уберет вот этот орех. Нет, у него пират. У него, друзья мои, здесь оказался пират, который будет прокачиваться за то, что наносит урон мне. Что-то они все на пиратах играют, я смотрю. Угу. Наконец-то могилоед появился. Вот так ты решил, да, сделать? Убираем вот это вот. Опа. Как он там хорошо устроился-то, я смотрю, а? И, наверное, нам лучше с тобой сделать. Стоит ли сюда кого-то ставить, а? Ну, давай вот так вот сделаем. И вот так. Опа. Ребята, огурец у нас появился. У нас появился огурец. Конечно, 5 в лицо не хотелось бы получить, на самом-то деле.
У него две энергии есть. Он может придумать какое-нибудь заклинание. Заморозить всех растений, например, у меня. Такой есть факт. Или же он для чего-то держит все это. Слушай, а почему у меня здесь два имбиря? Скажи-ка мне на милость. Это все, что он сделал, да? Понятно. Будет прокачиваться тут, ребят, неизбежно. Угу. Давай сюда орех влепим с тобой. И газонокосилка у нас, да? И газонокосилка. Конечно, вот этого огурца хотелось бы как-то реанимировать, ребят, чтобы он работал на нас. Ну, попробуй, попробуй. Так. И вот так вот замутить. Давай посмотрим, что он будет делать. Кровожадность. Ага. Здесь лишает атаки. Здесь он меня лишил атаки, да, получается? Могилку вызвал, да? Могилку вызвал, мы ее убираем. Угу, вот так вот, значит. Так, ваши орехи получают 2 единицы здоровья. Так. Да пока не будем ничего делать здесь. Заморозка всех растений на земле. Я так и думал, что у него это есть. И я не удивлен этому. Уничтожает растение. О, все, парень приплыл. Да, он уничтожит мне, конечно, огурец, я не спорю, ребят. Но он остался без карты, и что он тут сделает? Все, понятно с ним, короче. Ну что, ребята, 29-й ранг нас приветствует. И я нас всех от этого поздравляю. Да, сегодня целый ранг нам поднял орех. Ладно, давай попробуем дальше тогда двинуться с тобой. Можно, конечно, немножко поэкспериментировать, например, с другими растениями, да? Можно было бы. Цитрон у меня, да? Который невостребованный вообще лежит. Какой там ранг? 47-й? Мне не показалось, нет? Мне ведь не показалось, там был 47-й ранг. Да, ребята, офигеть. Я даже боюсь представить, что нужно сделать для того, чтобы добраться до такого ранга. Это сидеть, наверное, сутками напролет или у тебя... Ну, у него, ребята, 100% сейчас такие суперкарты пойдут. 47-й ранг, о чем тут можно говорить? Он за одни лиги только получает, знаешь, сколько паков? Сколько я за всю игру. Ну, видишь. Надгробие. Мы, естественно, с тобой будем это все дело менять. Мы будем с тобой это дело менять. Кто там у тебя, ниндзя? Ну, хана твоему ниндзя. Окей. Так, могилоед. Могилоед. О, как хорошо. Что там? Опять меняет? Ну, меняй, меняй. Заморозку, да ради бога. Так. Если он будет могилу выставлять, мы будем, естественно, их уничтожать. Вот и весь мой ответ. А он их выставлять будет. Так, вот я думаю, что бы мне сделать? Поставить его или семечко? Если семечко уничтожат, вместо него появляется подсолнух. Что есть хорошо на самом деле.
Или же орех выставить. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Угу. Оптимальненько, да, получается? Так, у него 4 энергии. Естественно, он думает, чтобы выставить, у него, может быть, даже есть бесята вот эти вот. Призов бесят. А дальше что? Дальше мы можем с тобой поставить либо ягоду, либо защититься кукурузой, если понадобится, конечно. Ну, ребят, поверьте, это что вот сейчас происходит, то, что он сейчас вот типа поддается, проигрывает, это все фигня на самом деле. Он сейчас еще задаст нам трепу. Он легендарную карту, например, вытянул. Тут могилку поставил. Видишь, что творит. Ну что же, мы с тобой сделаем вот так вот. Для начала. Здесь уничтожим могилу. И все, пока. Больше ничего не могу сделать. Так, ну что, двух бесят будешь? А, зомби получает плюс 3. Неплохо. Ну что, давай дальше. Блин, я не могу пока защитника поставить. Ё-моё. Этот же будет превращаться, да, в кого-нибудь? Смотри, что творит. Просто полюбуйся. Я, наверное, сделаю вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, карта не та. Не та карта, друзья мои. Слушай, ну, в принципе, этих двоих мы уберем с тобой, да? Вот этого, этого. Вот снизи будет похуже. Ниндзя будет, ребят, похуже, конечно же. Что он там навытягивал себе, фиг его знает. Ну, а теперь у меня есть защитник. Давай вот так вот сделаем. Так. Что там у тебя? Уничтожает? Уничтожай, ради бога. 2 единицы урона он нанесет всего лишь. Тут подсолнух вырастет. Если ты об этом. Кровожадность. О, как. Все профукал, да? На. Ну все, парень, ты допрыгался, короче. Достал он меня уже здесь в корень, если честно. Все, карты свои легендарные хочет вытянуть, да? Ага, вот ты, наверное, чего ждал, да, так долго? Ну что же, погнали, ребята. Ставим сюда орех. Так, пятерочка, да? Ну, а сюда я поставлю. Вот так. Поехали. Что там, заморозка? Окей, заморозка. Поехали. Этот, конечно, будет добор делать сейчас. Так, предположим. Орех. Мне нужно избавиться вот от этого. Ну и, естественно, прикрыть вот этого, чтобы он тут не использовал карты. 2-6. Понял. Давай подумаем хорошенько, как тут лучше нам с тобой сыграть. 4-5-9, да? 4-5-9. Делаем, короче, с тобой. Так. И вот так. Посмотрим, что тут у него. Ага. Нанесет урон. У нас с тобой сработает защита. Сработает защита.
Пока не будем ничего делать. Так, что там у тебя? Бесята, наверное, твои, да? Бесята. Раскидывает их везде. Но все равно не пробьет, ребят. Пока не пробьет. Угу. Ну тут уже все, ребят, по-моему, хана ему. Так, ставим защитника сюда. Это раз. Ну а сюда мы ставим с тобой грушу. Поехали. Ну, в принципе, и все, да? Ага, сюда поставил. Тогда, ребята, нам крантарики, скорее всего. Уничтожили, да, мне защитника? Да, друзья, не получится. Две атаки сейчас нанесет. А, нет, нет, повезло. Нам крупно повезло. Используем фонтан. Ну, а вот теперь, по-моему, все, ребят. Ну что же, сделаем с тобой вот так вот. И... и вот так вот. Плюс поставим я... А, у него уже защита сработает. Ёлки ты палки. А чё это я так, ребят? А простоволосился-то. А, нет, защита сработает, ребят. Сработает, когда он сюда бомбанет. Все, все нормально. Так, как бы сделать-то лучше? Ну, давай вот так. Фиг с ним, поехали. О, нет, парень, не надо. Бумс. Все, вот это его последняя защита, ребята. Че он там? Прячется за надгробие. Ты, блин, сейчас серьезно, что ли, вот это вот? Надгробие, оказывается, считается как орех. Я не знал этого. Фух. Да, трэш, ребята, 47-й ранг выиграл. Ты прикинь, 47-й ранг выиграл. Найс. Фу, я уже думал, все, ребята, каёк будет, но... слава богу, все обошлось. Так, ржавый разряд против нас. Ну давай попробуем. Зачем я так сделал? Зачем я оставил две карты, блин? Ай, дурачок. Если я буду сюда ставить, естественно, он будет... А, это же не тот, это не рестлер. Так. Мина, мина, мина. Что ты будешь... Я думал, сейчас будет, как всегда, перемещать. Он же, по-моему, от... Да, от использования приема получает. О, явился, да? Ну, что нам здесь делать? Вот так вот. И вот так вот. Нормуль? Ну что, подорвем мы этого зомбика-то? Три в лицо. На. Пока идем неплохо, ребят. Поставить мне просто некого сейчас. О, началось, началось.
чувак на энергетиках, да, значит? Че он там? О, даже как. Слушай, он на энергию, ребята. В основном на энергию рассчитывает. И сейчас будет ставить, как ты понимаешь, зомбаря сюда. Получать за это энергию. Хм. Интересно. Интересно, что у него там в голове. Давай я вот так вот поставлю. Так, что эти делают? При разыгрывании растений со способностью команды все растения получают плюс один. Этот говнюк сейчас будет прокачиваться, понятное дело. 2-2 у него будет, да? Мы можем заменить этот ландшафт. Неужели у тебя спортивные зомби? Что-то к этому склоняется, друзья мои. Что-то склоняется именно к этому. Давай посмотрим, у него две энергии еще есть. Да ладно, хорош. Что, не сработало, что ли? Я не могу понять. Или ты держишь что-то для особого случая? Если я поставлю вот этот орех. Раз, два, три. То он может получить очень много урона. Началось, да? Я тебя понял, парень. Так. Что здесь можно предпринять? Ну, во-первых, можно поставить неуязвимость. Погнали. Я надеюсь, менять ландшафт он не собирается мне. А, вот как. Шар и две карты. Ну, понятно все. Ладно, 2 единицы урона я уж как-нибудь переживу. А вот переживет ли он мою вот эту вот лужайку? А если я сейчас поставлю сюда еще и авокадо? Ну и все, короче, тебе, парень, кранты. Так, поехали. Да ладно. Даже такое у него есть, ты понимаешь? Погнали. Он уничтожил мне, да, авокадушку? 2 карты, парень. У-у-у. Я, наверное... Хотя можно сделать кокосовую эволюцию сейчас вот именно здесь. Ой, ой. Ты, блин, серьезно, что ли, сейчас, парень? Ты смотри, что я сейчас делаю. Ставлю сюда. Дальше. Дальше мы с тобой сделаем. Вот так. Подожди, я разве не могу? А, он сдался. Он сдался. Я думаю, что такое с кокосовой этой не могу поставить. Авокадо, семечко. А он, оказывается, все. Свернул, как говорится, ласты. Ну, пошли тогда уже, наверное, последний бой проведем. Я не знаю, выиграем или проиграем. Посмотрим. Вперед, как говорится, из песней. Твою же налево, супер мозг 30 ранга. Но этот-то точно будет работать на кровожадность. И с этим ты ничего не сделаешь. Да, да, ребята, он на кровожадности играет в основном. Это плохо. Ох ты, ох ты, ох ты, как ты начал-то резво. На тебе. Опять же, я сейчас в таком положении, что мне некого и поставить, понимаешь? С 3 начинается у меня. А он набирает карты. И это нехорошо. Я поставлю орех. Опачки. Замечательно.
Смотрим. А что смотрим-то? Сейчас он просто ударит и все. Вот он, кстати, очень хорошие карты может ему дать при появлении. Так, 3 энергии. Ну теперь можно, конечно же, поставить грушу. Это единственное, что я сейчас могу себе позволить. Это грушу поставить сзади этого ореха, наверное. Ну давай, посмотрим. О, кто у него здесь? Это плохо, ребята, что он возьмет две карты себе. Этот еще нервотрепник. Так. Добор карт делает. Ну все. Теперь начинаем мы уже играть. Так, поставим с тобой, наверное, вот так. Два ореха. 4 урона в лицо. Как минимум. Перемещает и наносит бонус на таком. Ну давай. Решил, короче, на доборах карт сыграть, парень. Так, получай... Ага, мозги. Еще карту вытянет сейчас. Так, ну что, мы с тобой, наверное, поставим вот этот сейчас орех. Укрепим, так сказать, да? Наши позиции здесь. Блин, плохо будет, если у него окажется кровожадность. А она у него наверняка есть. Мы поставим с тобой вот этот. Или вот этот вначале нам влепить. Опачки. Что он делает, прикинь? Короче, я пошел делать вот так вот. Ва-банк иду, ребят. Поехали. Так, сколько он получит? 2, 4, 6. 6 в лицо. Чего там? Надгробие влепляет. Но это тебе не поможет. Так, орех, ты же будешь? Ты же должен? Да, должен. Он и делает. Так, дальше. Сработал. Только не на... А, вытягиваешь две карты. Это хорошо. Лучше вытягивай две карты. Так. Уничтожаем. Плюс урон. А, он карту вытянет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как у своей эволюции еще прибыла. Смотри, что творит. Так, ну у нас вариант с тобой как сделать? Какую свою эволюцию можем, да? Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Таким вот образом и... Вот так. Ага. Ну, смотрим, кто там у тебя. Угу. Что он там делает? Что он сделал, я так и не понял, ребят. А, заморозку. Вытягивает еще две карты. Размещает зомби. О, парень, ты... Так ты... Ты же сейчас получишь столько урона, что мама не горюй. Мне этого будет достаточно, чтобы тебя уничтожить. Если ты, конечно, не в курсе. Все, пока. А, блин. Нет, все, пока, ребят. Я думал, у него защита сработает. Это же надо было так тупануть-то, а? Ну вот, ребята, как я вам и обещал, хотя я не предполагал, что так быстро мы с тобой доберемся до 30 ранга. Но, как видишь, у нас все с тобой получилось. Все получилось, все очень хорошо. Практически не было проигрышей. На этой ноте я могу спокойненько закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!